Я тебя прошу, старайся потише. Ага. Эй, любезный, подойди на минутку. Понимаешь, у меня извозчик пьяный попался, никак довезти не может. Где тут гостиница «Балчук»? Балчик-то прямо так. И направо. Первый переулок направо. Первый переулок. И вон туда, да. Понятно. Ну, только тихо, тихо. Ой. Гляди в оба. Ладно, не впервой. Шухер, сматывайтесь! Серый, помоги. Зацепило. Маленько. Некогда, Ленечка. Некогда. Через проходной двор. Быстрее! Зайцев, Шленов, осмотрите магазин. Витун, возьми в машину. Плохо. Очень плохо. Ты извини, что я резок, но долг свой, товарищи, вы не выполняете. 6 ограблений за 2 месяца. Ну, ищем, Петр Петрович, ищем. Может, это банда орудует, Петр Петрович? Нет, в нашем районе крупного зверья нет. Мелочевка. Не уверен. Я вот навел справки, вернулись из заключения. Лопатин Сергей сидел за убийство.
Рыбин, кличка Серый, отбывал за грабеж. Иван Середа сидел за разбой. Ну вот и разрабатывайте эту публику. Ищите подходы. А ты пошли людей в торговые ряды, в рестораны. Их сейчас много развелось. Пусть пощупают на бульварах, на барахолке. Ну, кого посылать, Петр Петрович? Вот все мое войско. Раз-два и общался. Нас в округе каждая собака знает. Да, маловато. Вот что. У меня есть двое ребят из Питера. Только что курсы окончили. Толковые ребята. Я тебе их пришлю. Ты подумай, как с ними работать. Эту пушку вчера Волохов подарил. Больше из нее никого не убьют. Удивляюсь, Александр Петрович. Зачем вы этот музей собираете? Музей? Чтобы люди помнили. Из этого самого обреза Колю Голубятникова уложили. 22 года парня было. А Егора Швыркова, Семена Пикалова разве можно забыть? В ноябре день рождения нашей с тобой милиции будет. Она только-только ходить учится. Товарищ Климов, сотрудник уголовного розыска Николай Панин прибыл в ваше распоряжение. Здравствуй, Николай. А где второй? Михаил уже действует. Знакомься, Калугин Александр Петрович, комиссар дивизии. Бывший комиссар. А почему ты, Коля, сразу к нему обратился, а не ко мне? Собачка-то ваша, Александр Петрович. Значит, вы хозяин, а они гость. Ну ладно, проходи. Операцию начнем. Вот с чего. Запомни, связь у нас с тобой будет односторонняя. Звонить мне будешь ты. Я к тебе обратиться не смогу. Вот тебе деньги. Два крестика. Пойдешь в трактир на Пятницкой. Вот письмо. Василию Митрофановичу Сурмину. Стоять! Кто там? Сурмины здесь живут. Тебе кого? У меня письмо к Василию Митрофановичу. К Василию Митрофановичу? Пойдем. Сядь, посиди здесь. Здравствуйте. Я к Василию Митрофановичу. Чего тебе? Мать в Москву послала. Иди, говорит, к отцу Василию. Он в беде не оставит. Приставился отец Василий. Уж который год. Ты кто будешь-то? Сыночек я его. Просковью помните? Ну. Вот я ихний сыночек. С батюшкой вашим прижила. Что ж, выходит, ты мне брат сводный, что ли? Выходит. Так. Так, так, так. Ой, рыжий-то какой, рыжий. Помню. Помню кухарку простоволосую. Помню, как матушка батюшку по щекам охаживала. Да. Ну, как теперь-то живете? Большевики проклятые, землю отобрали, лошадей, коров забрали, по миру пустили. Бог делиться велел. Посмотри. Ваш барышня. Фамильный. Я-то знаю. Ну ладно, определи парня в залу.
Пойдем. Да смотри, чтоб не воровал, да хлеб даром не ел. Эх, Прасковья, Прасковья, великая грешница. Давай, прикупай. Ага. Ну, вот. Ты че? Ну, теперь ты. Азартные игры запрещены. Запрещены. Ух ты. Привет. Эй, Америка, куда ты? Америка, играй дальше. Дай отыграться, Америка. У него отыграешься. Приветствую. Что случилось? Корову потеряла? Бегая, один рук загнут, Машкой звонит, да? Ага. Ну, брось реветь, что случилось? Деньги. Деньги и вещь. Ой. Сперли, что ли? 17 рублей, все, что было. Крохоборы. Жди здесь. Пожалуйста. Спасибо, Америка. Кто украл, видел? Видел. Кто? Клещ. Тебя как звать-то? Алена. Откуда? Из деревни Синиченки Тульской губернии. Синиченки? Ага. Чуть правее Парижа. Знаю. Посиди. Кошелек. Два червонца за мной, клещ. Что это, а? О! Ой! Мой! Ну вот, ой. А говоришь, украли. У нас в городе жуликов нет. Запомни это. Жить тебе, конечно, негде. Ну, пошли. Устрою люкс. Что вы, спасибо, я пойду. До свидания. Куда? Некуда тебе идти. А у меня тут командировочка образовалась. Вот ключ. О, будешь класть под коврик около двери, ясно? Держи. Хорошо, Мирик. Шкет, помоги даме. Привет. Привет. Дает Америка. А кто он такой? Америка. Америка? Главный специалист в торговых рядах. Точить ножи. Гражданин, товарищ барин, курите? А деньги? Иди. Ножи. Точить ножи. Гражданин, товарищ барин, посмотрите. Ножи. Точить ножи. Нет, милый, ты мне что-нибудь подобротнее. Ну что, отец, да. Выбираем? Да подожди. А вот эту, ну-ка, посмотрим. О, прекрасно. О, а ну, нет, нет, стоп, а вот, спасибо, вот эту. Человек. Прекрасно, хорошо. Прекрасно, заверните, ну. Все. А, спасибо. Здорово, Америка. Ну что мне с тобой, Антонов, делать? Ну что? Где бумажник? Какой бумажник? Который ты у станишника в торговых рядах спер. Ну, это еще доказать надо. Так ведь, Паша, когда докажем, тогда тюрьма. Может, мне тебя посадить, а? Для страстки. Ну, зачем сажать? Раз не доказано, отпустите. Потом. У тебя отец где?
германскую погиб. Мать. Беляки порубали. Ну вот видишь. А сын вор. Сегодня карманник, завтра грабеж. Потом разбой, убийство. Смотри в глаза! Начальник, зачем папаню с маманей приплели? Буржуи были они, сейчас есть. И станишник буржуй, их и сажайте. Антонов! Предупреждаю, не бросишь воровать, на первой же краже изгоришь. Проваливай. Подожди. А твоему станишнику вся деревня деньги собирала. Он детишкам одежду приезжал покупать на зиму. Иди. Простите, неинтеллигентно вы разговариваете, Василий Васильевич. На этого парня кричать не следует, его понять надо. Сергей Николаевич, мы с вами разграничили обязанности. Это ваше дело понимать, допрашивать, а мое выявлять и задерживать. Ясно? Я готов допрашивать. Но позвольте узнать, кого? Эту. Благодарю. Спасибо. Вы знаете, Володя, в юности я больше всего боялась тихой семейной жизни. Что придется варить осенью варенье в саду, нянчить детей, стирать пеленки. А я боялся, что меня сочтут трусом. И болезненно отстаивал свою честь. Вы видите, все меняется в этом мире. Будет у вас и семейное счастье. Будете варить варенье. А пока пусто. Ну, пойдемте, нас ждут дела. О, продается? Уже продано. Да? Дороговато. Это кольцо носила великая княгиня Ольга Александровна, сестра государя императора. Теперь каждая побрякушка с царского дома. Я вас не уговариваю. Интересуйтесь. Да ведь фальшивая. Фальшивая? Хорошо, я прибавлю. 20 червонцев. Мадам, я не торгуюсь. Впрочем, я сейчас на мели. Согласен, давайте. Возьмите. Мадам, вот я предлагаю вам вещь. Порядок. Господи, да это же прапорщик. Здравствуй, Мишель. Здравствуй, Михаил. Сколько же мы с тобой не виделись? 10 лет. А ведь 10 лет назад мы с тобой гнили в пинских болотах за царя и отечество. И остались живы. Ну, рассказывай. Да что рассказывать? Я отступал с нашими на восток, потом тиф, очнулся в бараке, красный, кошмар. А ты куда пропал? Последний пароход в Константинополь ушел без меня. И вот теперь я здесь, и зовут меня цыган. А меня француз.
Я тоже здесь, в Москве. Хотелось бы туда, в Европу, в Париж. Мишель, надо отметить нашу встречу. Согласен, но... Расходы беру на себя. Да? Я только что провернул одно небольшое дельце. И удачно. Извозчик! Трактир на Пятницкой знаешь? Ты там бывал? Нет. Пошел. Не говорите мне о нем, еще былое не забыто. Он виноват один во всем, что сердце бедное разбито. Ах, не говорите мне о нем, не говорите мне о нем. Он виноват, что я грузна, что верить людям перестала, что сердце моя совсем одна и молодая жить устала. Ах, не говорите мне о нем, не говорите мне о нем. Гуляй, Володя. Хороша ты, Варька. Влюбился я. Черт, в жизни такого не было. Хотя, что я в жизни-то видел? То решетка, то водка. Уйдем со мной. Все у тебя будет. Деньги, золото. Деньги, золото. Любви хочется. Помню, бегу из гимназии. А за углом Алёша уже стоит. Он нес за мной цветы до дома и тем только счастлив. Что за Алёша? Его убили. Без тебя. Ну что ж, клади деньги. Я больших денег стою. Будут деньги завтра. И любовь завтра. Все вместе. Как прекрасно, что мы собрались в этот чудесный вечер. Как прекрасно выпьем, господа, выпьем. Мне нужны деньги, Ирина. Любовь крутишь, мальчик? Ты мне не жена. Верно, Бог миловал. Ты с любовью-то повремени. Пораскинь умишкам. Кто тут новый объявился? К нам вокруг товарищей двух агентов заслали. Кого точно и где искать не знают. Ну, как жизнь? Ты женат? Вдовец. Старушка не выдержала семейного счастья. Ну, сколько же ей было лет? Я не задаю подобных вопросов дамам. Важно, что она обещала оставить мне наследство. Серебряные рудники в Сибири. И ты ее... Ну, значит, ты много заработал. Увы, ее богатство оказалось сплошным блефом. И зачем ей надо было меня обманывать? Артист, сыграй бублики. Любите бублики, горячие бублики, гоните рубрики, да поскорей. А я несчастная, торговка частная, и жизнь напрасная, ты пожалей. Ночь надвигается, фонарь качается, и тьма сгущается в ночную жму. Сыграй. Че ломаешься? Плачу? Сыграет, как миленький.
Не надо. Любезный, прошу вас, поднимите деньги. Поднимите деньги. А теперь подарите господину артисту 100 рублей. 100 рублей? Очень прошу. Ну? Пожалуйста. Пожалуйста. Возьмите, прошу вас. Пожалуйста. Прошу у вас прощения за этого хама. А не взять ли его в дело? Черт его знает. Прощупай. Браво, Михаил, браво. За это надо выпить. Позвольте представиться. Штабс-капитан Гремин, георгиевский кавалер. Пустились, георгиевский кавалер. Позвольте. На человека не похоже. А кто здесь на человека похож? Человек — это понятие сложное. Станьте философствовать. Не приведите себя в порядок, вы ведь офицер. Споем, ваш брось. Позови-ка этого чернявенького ко мне в кабинет. Слушаюсь. Были когда-то и вы рысаками, и кучеров вы имели лихих. Ваша хозяйка состарилась с вами, пара гнедых, пара... Кто это? Пролетку в переулке оставь. Угу. Вещи не бери. Золото, камни, если будут. Угу. Ну. Игорь! Цыгана возьми с собой. Пусть он сторожа уберет. Кровью его повяжи. Свисток! Давай за мной! Вон там у витрины сторож. Уберешь. Только тихо. Через мост. Там машина не пройдет. Не спешить. Брать только с поличным. Ты в обход. Ногу подвернул.
тише ты, черт! Подожди здесь. Ждали, товарищи, нас откуда узнали? Ничего, найдем Иуду. А ты, цыган, настоящий кореш. Не забуду. Пошел. Пашка, Америка! Черт рыжий! Ну чего тебе? Тебя Серый звал. Зачем? Не знаю, звал. Привет, Володь. Звал? Звал. Ну, как дела, Пашенька? Как Бог терпит? Бог не знаю, а уголовка терпит. Ну, давай, снимай музыку, садись. В чем разговор? Ты свой в доску, Америка. Помоги. Ну чем же этот желторотый шкет может помочь червонному валету? Так ты же всех блатных в округе знаешь. А ты? Ну, я. Я на курорте отдыхал. Теперь с них людишек плохо знаю. Сон мне дурной привиделся, Пашенька. Будто мент в трактире завелся. Тебе такое не снилось? Я в уголовке не служу и сны твои разгадывать не собираюсь. Привет. Пашенька, узнай, кто здесь закладывает. Ну, очень тебя прошу. Иди, родная. Молодой человек. Погодите, Америка. Чего привязался? Да, винить в любезности вас нельзя. Вы мне нужны для дела. Всем я нужен. Вот открою юридическую контору, заходите. Привет. Постойте же, Павел. Скажите, вы хорошо знаете Серого? Кто это такой, Серый? Лгать нехорошо, Павел. Ложь унижает человека. Не знаю никакого Серого. Не знаете. Ну, если случайно встретите, скажите, француз может помочь. Слушай, откуда у тебя такие сведения? Секрет. Впрочем, вам, Америка, могу рассказать. Не надо. Я не копилка для чужих секретов.
Да я понимаю, что борьба с бандитизмом – дело наиважнейшее, я понимаю. Борьба политическая. Ну, не гожусь я. Ребята рядом с бандитами по краешку ходят, а я жду. Жду, чего жду, спрашивается. Ну, знаем же, что бандой руководит Серый. Знаем. Ну и брать его к чертовой матери и в тюрьму. Без доказательств. Ты руками не размахивай, Василий. Ты людей охранять поставлен. Значит, должен действовать по закону. А закон либо он есть, либо его нет. Сегодня ты одного человека взял без доказательств, завтра другого. Вот у нас в 20-м году в Питере, когда я в угрозыске работал, я сейчас. Слушаю. Здравствуйте, Петр Петрович. Здесь. Вася, тебя. Волохов. Да? Что-что? Когда? Слушаюсь. Вот это да. Ну что там? 2 дня назад бежал из лагеря уголовник, под видом которого Панин устроился в трактир. Черт. Панина надо немедленно снимать. Девушка, 7-12-85. Алло. Шленов? Слушай, Иван. Климов говорит, сейчас же отправляйся в трактир. Что такое? Погоди. В трактир пойду я. И поговорю с Паниным. Александр Петрович, никуда вы не пойдете. А кого ты пошлешь? Твои люди всем известны. А я человек новый. И Панин меня знает. И почему бы мне не поужинать в трактире? А? Доброе утро, Пашенька. Доброе утро. Слушай, Аленка, смотрю я на тебя и думаю, а чё ты в Москву приехала? А на Москву посмотреть. А потом тетку надо было навестить, а она вот в деревню уехала. А в деревне кто у тебя? Да бабка только. А родители, они еще в гражданскую померли. И у меня тоже. Пашка, а у меня сегодня именины. Именины? Правда, что ли? Именины. Ну, раз такое дело, Аленка, сегодня мы гуляем, а? Ну что ж, Паш, я согласна. Прошу. Паш. Эту шляпу наденешь себе на похороны. О! Нравится? Нравится. Ой, дорого. Ничего. Я парень фартовый. Найдутся деньги. Получи, приятель. Пошли. Извозчик. Пошел. Выдает Америка.
Ну? Узнал я. Вчера уголовку по телефону предупредили. А тебе откуда это известно? Не твоего ума дело. Кто здесь Иуда? Кто? Что, Цыган? Видишь ли, друг детства у меня здесь появился. Француз неблатной, деньги у него есть. Ты какого черта он здесь сидит целыми днями? Пошел бы в Эрмитаж, другой дорогой кабак. А ты приглядись, Цыган, приглядись. Да уж теперь не упущу, если что. Эй, а может, у тебя с ним счеты? А может, ты с ним в детстве барышню не поделил? Дурак. Иди. Смелый ты парень, Цыган. Француз кокаин нюхает, а таких в уголовке не держит. Приехали. Держи. Прошу. И он придет, знакомый, долгожданный, тебя будить от неземного сна. Позволь все песни. На миг благоуханный тебя умчит последняя весна. А я умру, забытый и ненужный, в тот день, когда придет твой новый друг. Так, мне бутерброд с рыбой и рюмку водки, а девчонки... Чего тебе? Борщ и котлету. Борщ и котлету, быстро. Слушай. Золотая очнешься пусто. Соловьиные. Нет огня. Песни. Господа, выпьем за дам. За наших прекрасных женщин. Есть отдельный кабинет? Первый направо. Здравствуй, Пашенька. Салют. Здравствуйте. Паш, все тебя любят, все тебя слушаются. Кто ты такой? Я? Пашка Америка. Меня вся округа знает, даже на Сухаревке. Специалист. Руки, говорят, золотые. Митрич. Митрич. Паша, откуда у тебя столько денег? Деньги, Аленка, вещь. Деньги – сила. Деньги умных и ловких любят. У дураков деньги мимо пальцев проскакивают, а к моим рукам деньги сами липнут. Значит так. Двойник твой должен объявиться. И времени у нас, Коля, нет. Надо тебе отсюда срочно уходить. Но прежде с Лавровым сделайте так. Паша, загляни в кабинет, тебя просят. Извините. Ладно, я ее сейчас попрошу. С Подиным еще что-нибудь. Ну? Нашел Иуду? Ну так купил, нашел, едва ушел. Хотел отдать, да не могли поймать. Не дури, Пашенька. Сохрани Господь и помилуй. О чем Серый просил, узнал? Узнать не узнал. А с тобой француз хотел поговорить. Советую. Спасибо, родной. Иди. Француз. А? Перестань проклинать. Не могу не любить. Пошли. Надоели они мне все, Аленка. Пашка, помоги, Пашка, посоветуй, Пашка, сделай. Паш, а ты помоги. Сегодня ты им, завтра они тебе.
Останемся. Интересно здесь. Пойдем. Шляпу. Пошли. Великолепно поете, Варвара Сергеевна. Вы где-нибудь учились? Мама приглашала для меня учителя. Ваше место не здесь. Что вам эти люди? Вам надо в Париж. Париж? Да. Да нет, никуда я отсюда не поеду. Я русская. Свисток. Если ты еще раз этого голубя около Варвары увидишь, я тебе все разрешаю. Мы его похороним. Француз, выйди со мной во двор. Что сказать хочешь? Ну. Это кокаин. Люди Климова не блатные. Блатных в милиции не держат. Думаю, в нашем обществе они новички. Поскольку неприятности у вас начались, с месяц назад. Откуда ты все знаешь? У меня способность к аналитическому мышлению. Я знаком с Эдгаром По, Плевака, Конан Дойлем, Кони. Деловые, в законе? В общем, да. Так вот, перечисленными качествами, на мой взгляд, обладают офицер Гремин, половой Николай, ваш покорный слуга и, извините, цыган. Слушай, хватит тарахтеть. Что ты можешь, что ты хочешь? Я найду человека Климова. Для меня дело чести вставить перо этим мужикам из милиции. И родительские побрякушки на исходе. И сколько ты хочешь? 100 червонцев, разумеется, золотом. 100 червонцев? Мне за вашу голову меньше даже и запрашивать стыдно. Можете обидеться. Серый! Отстань. Серый! Пожар, серый! Ты видишь того фраера со стекляшками на носу? Ну, это же мент из Питера. Он повязал Ленечку на малине. А потом меня отправил в браслетах в уголовку. И я отпахал трешницу. Мне же с него должок получить требуется. И получи. Получи должок. Только тихо. Че? Не нервничай. Глупо. Останови его. Это же мент. Ты же мне 2 часа твердил, что у тебя с товарищами свои счеты. Если это мент, мы через него выходим на цыгана и других, но только через живого. Думаешь? О, опоздали. Глупо. Хват. Клиент ушел. Навсегда ушел. Замолчи. Ты нервничаешь, Николай. Да нет, я ничего, ваше благородие. Да? Чего улыбаешься, ваше благородие? Да нет, так, некоторые соображения имею. Некоторые. Ты что стоишь? А ну, марш, люди ждут. Если мы сгорим, то по твоей вине. Раз милиционер пришел на задание, он обязан с кем-то встретиться. У нас была возможность прозреть, а мы остались слепыми. Чего ты задергался-то? Он что, твой друг детства? А ты теперь 100-процентный покойник. Ты этих людей знаешь, они тебя с одного моря достанут. Считай, что тебя обрызгали и зашили в мешок. Кончай базар. А ты чего крик-то поднял? Всех нас спалить хочешь? А? Чего молчишь?
Господи, Боже мой. Что ж теперь делать-то? Чтоб к утру все чисто было. Понял. Зайди ко мне. Мой человек в милиции служит. Жизнью рискует, а ты... Опять покойник в доме. Предупреждала тебя, паскуда. Кто гостя порешил? Молчишь. Девку завел. Колечки раздариваешь. Или по нарам соскучился, да? Мы с тобой не венчаны. И меня не нара, а вышка ждет. Мне уходить надо. За что я шкуры-то рискую? За харчи. Отдай мою долю. Золото и камешки. Золото, камешки. Что ты с ними будешь делать? Да что ты без меня? Кто тебя на каждое дело выводит? Кто тебя о засадах предупреждает? Варька, да? Ну, брось, Ирина, ну давай тебе это Варька. Девка как девка. Мне из Москвы уходить надо. Отдай долю. Не отдам. Этого начальника, кавалериста, убери. Я тебя на банк выведу. И тогда уйдем. Вместе уйдем. Вся в отца. Только красивая. Дверь. Пашку к себе прибери. С французом разберись. Этого рыжего полового я тебе отдам. Он верный человек. Наших крови. Ну, что у тебя? Зачем вызывал? Александр Петрович погиб. Как? В банде узнали его и убили. Зимний брал. Севаш прошел. А здесь... И еще, Василий Васильевич, среди ваших людей предатель. Что? Я сам слышал, как хозяйка говорила об этом Серому. Кто? Не знаю. В трактир тебе возвращаться нельзя. Из лагеря бежал твой двойник. Мишке одному не справиться. Дело нашей чести выполнить план Александра Петровича. Но! Панин! Операцию мы закончим сегодня! А, черт! Чего это сюда заявилась? Из ума выжила? Я тут тебе чаек приготовила. Ты работаешь много. Устал, наверное. Уходить Серому из Москвы надо. Немедля. Конечно. Только не тебе это решать, Ванечка, не тебе. Ты
Почему о засаде не предупредил, а? Ну, когда знал, предупреждал. А сейчас начальник от своих людей сведения получает. От кого получает? Ну, не знаю. Господи. Никто не знает. Узнай, дорогой, узнай. Если серого повяжут, он меня выдаст. Но меня ведь только за скупку краденого возьмут. Сошлюсь, мол, наследственность проклята, отец варьем путался. А без тебя, Ваня, я в тюрьме и дня не проживу. Да не заговаривайся. Думаешь, я не вспомню, что ты у батьки-то махно была? Или запамятовала? Я у батьки в обозе для потехи была. Помнишь, как нас пьяный поп венчал? Ты лихой был, храбрый. Помнишь, как батька баб до ребятишек согнал, а ты с острой сабелькой? Пьяные мы были, пьяные! Пьяные. Не мог я детишек порубать. Не мог! Отпусти ты душу мою. Денег не надо, отпусти. А мне денег много надо, Ванюша. Ну, так кого нам твой кавалерист подсунул? Узнай. И я уеду. Далеко. Верно говоришь. Мое слово верное. Муженек. Ты мне красных сыщиков, я тебе свободу. Пацан, спичку. Пожалуйста, гражданин, товарищ барин. А ты где живешь, буржуй? А вот здесь вот. Цветы видишь? Вижу. Купи даме, быстро. Кому цветы? Пожалуйста, пожалуйста, кому цветы? А ты все, что ли? Все. Все. Паша, Пашенька, а когда тебе на работу? На какую работу? Как на какую? Ты же в торговых рядах главный специалист. Слушай, Аленка, у нас должно быть все по-честному. Я специалист, верно. По карманной тяге, вор я. Ой, Паш, ну не шути так. Смотри. Ну? Гражданка, у вас сумочка открыта. Спасибо, молодой человек. Ой, Господи, человека встретила. Ну почему, почему? Ой, какая же я дура. Ой. А что ты хотела? Чтобы я князем или графом оказался? Вор я. Понимаешь, вор. Ой, какой же ты дурень! Я же люблю тебя! Паша! 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 Володя! Здравствуй, Паша. Привет. Рыжий, водки. Что еще прикажете? Много водки. Слушаюсь. Володька, скажи, кому нужна моя правда? Если человеку нужна, значит, нужна. А если не нужна... Приветствую.
Здравствуйте. Разрешите? Павел, что-нибудь случилось? Владимир Сергеевич, Володин, где это Варька? Ищущий да обрящет. Так вы действительно классный вор, Павел? Говорят. А как вы относитесь к половому? Кулачье племя, списки должников, проценты, шкура. Комедию разыгрывает товарищ. Половой хитер, но уж больно старается. Переигрывает и прилизан, и подобострастен, и жаден. Это, казалось бы, небольшое наблюдение легло первым камнем здания моего умозаключения. Поставить точку в моей логической цепи и подкрепить ее вещественными доказательствами должны, Павел, вы. Слушай, француз, если хочешь, чтобы я тебя понимал, говори по-русски. Ясно. Если вы действительно классный вор, вытащите у него из заднего кармана блокнот. Сумеете? Плевое дело. Да зачем тебе? Два червонца. Два червонца? Да. Где, вы говорите, блокнотик? В заднем кармане. Сейчас нарисуем. Рыжий, чего тебе? Ты меня не уважаешь. Иди, иди. Есть. Ну? Так, так. Вот. Вессер был. Я так и знал. Выше среднего роста блондин. Вот что означают эти буковки. Теперь товарищи никуда не денутся. Деньги, француз. Серому отдам. Он мне 100 червонцев обещал. Два твои. За покойника? Нюансы меня не интересуют. Пойдем в кабинет. Расплатиться надо. Рыжий! Чего изволите? Беги, Коля. Заходите. И выдали Ванечке клифт полосатый с бубновым тузом на спине. Варь, поженимся. В церкви поженимся, как люди. Хорошо. Домик купим. Поженимся, домик купим. И тебя посадят. А я завяжу. Хочешь? Врешь ты все. Слово даю. Ей-богу. Оставь. Друг детства. Игорь! Понимаете, Игорь, путем логических умозаключений можно разобраться в самой сложной ситуации. Игра очень интересная, азартная и опасная. Совершенно верно. У нас был уговор. Я вам красных сыщиков, и мне 100 червонцев. Был? Ну? Блокнот полового Николая. Список завсегдатаев, приметы, клички. Фактически донесение начальству. Артист. Сам состряпал. Блокнот у полового вытащил Павел. Верно, Америка? Верно. Сейчас я доставлю это, падла. Хват. Хозяйку сюда. Ирина, откуда взялся рыжий половой? Я вас не понимаю. Ирина Васильевна, хозяюшка, вас спрашивают, откуда взялся рыжий половой.
Рыжий половой мой родственник. Приехал с письмом от старой кухарки. Да вот родственник ваш ментом оказался. Нет, не может быть. Этого не может быть. Он крестик привез, фамильный. Ваш настоящий родственник, Ирина Васильевна, попался в руки милиции. Вы ведь, извините, своего родственника в лицо не знаете. Поняла, паскуда! Все паскуды, все! Ну? Оторвался легавый. Мишель. Посмотрите блокнот. Все там есть. Вы, я, хват, свисток. А цыгана нет. Смешно. Это он предупредил полового. И тот удрал. Уходить надо. Живо. Свяжите его. Мне нужна моя доля. Приготовь. Вот тебе доля. На, успокойся. Сбежал жених. Идемте, Варвара Сергеевна, идемте. Так вот. Это наш сотрудник, Николай Панин. Он установил, что верховодит бандой хозяйка трактира, Ирина Васильевна. И хранит она награбленное у себя в трактире. Мы Ирину Васильевну-то вещичками припрем и через нее выйдем на всю банду. Она признается в хранении краденого, но банду не выдаст никогда. Выдаст, выдаст. Она все скажет. Она многое может сказать. Простите, Василий Васильевич, но это не профессионально. Да? Николай, Витун, ну-ка быстро в трактир приведите сюда хозяйку. Есть. Коля. Вот что, Сергей Николаевич. Сам будешь давать показания? Или при хозяйке расколешься? В чем дело? Ваня Шленов. Сам. Почему? Шленов застрелился, сволочь. Ах, вот оно что. Психологически вы сработали точно. Он, конечно, поверил в арест хозяйки, и нервы у него не выдержали. А я вас подозревал. Извините. Товарищ Климов, вас срочно к телефону. Да. Что?
машину. Есть. Выезжаем. Значит, выходит, лучше с вором жить, чем по улице шастать, да? Пойдем поговорим. Для тебя одной сердцем чувствую. Паша, ты не думай, это я не из-за куска хлеба. Да я не думаю. И не думай. Знаешь что, поехали отсюда насовсем. Куда? Здесь я Пашка Америка. А где, кому я нужен? Взгляни, молю. На печали мою и улыбку. А что? Может быть, махнем, где ни Серого, ни Климова? Что, у нас рук нет? Не пропадем. Едем. Пашенька, поехали. Никого не выпускать. Показывай, где. Товарищ, прошу, присаживайтесь. Фамилия? Макаров. Кто звонил? Я. Когда это произошло? Не знаю, я как увидел, сразу позвонил. Она где? Вон в комнате. Где были драгоценности? Здесь, в тайнике. Вот осталось. Ушел Серый, обрубил все концы. Ну почему же обрубил? Он забрал с собой награбленное, вот теперь его можно будет арестовать. Арестовать? Ну где? Поищем. Господа. Господа, прошу к столу. У меня сегодня большой праздник. Варвара Сергеевна решила выйти за меня замуж. Очень приятно. Имя, фамилия? Гремин Владимир. Бывший штабс-капитан. Антонов, зайди. Происхождение? Дворянин. Делаешь людям добро, тебя снова захомут. Кто вашего рыжего спас, спрашивается. Пашка, какая благодарность? Где ордена? Ну что, молчишь-то? Вот и спасибо тебе, Павел Иванович Антонов. Рад, что человеком оказался. Все мы человеки. Один рыжий неизвестно что. Павел Иванович, нам надо помочь. Нет, ну если не согласишься, мы... В обиде не будем. Я же вор, начальник. Да это мы знаем. Только ты что, вот так всю жизнь хочешь добреньким воришкой прожить? Человека ведь убить не сможешь. Но можешь скоро научиться. Серый Паша тоже не с мокрых дел начинал. Серым ушел мой лучший друг. Если Мишку убьют, мне твой подарок ни к чему. Понял? Ну, что надо? Опасное дело. Сразу говорю. Надо узнать, где сейчас Серый. О, невозможно, начальник. Кто ж мне скажет? Ну, а ты мозгами-то пошевели. Бандиты ушли, тяжелые, с товаром. Далеко уйти не могли. Вот где они у нас в округе могут на дно сесть? У нас мест много, начальник. Есть одна норка. Где? Это я сам должен выяснить.
Дело действительно опасное. Ладно, я пошел. Подожди. Что значит «ладно»? А ну-ка расскажи, как будешь действовать. А это пусть Рыжий перед вами отчитывается. А я пойду и напьюсь. Вот все действия. Антонов. Вот тебе телефон. Позвонишь. Девчонку мою Аленку к себе заберите. Если что, не простят ей. Сами знаете. Все идет, идет. Ничего, работает уголовка. Правда где, а где ложь? Слава где, а где стыд? Поехали, Маш. Поедем, Аленка, обязательно поедем. Только у меня опять маленькая командировочка организовалась. Вот и поехали. Вот такие вот дела. Куда мы теперь денемся? Так хоть крыша над головой была. Ничего, Варенька. Мы ведь русские, в России живем. Не пропадем. Господа офицеры, голубые князья, я, конечно, не первый и последний не я. Господа офицеры, я прошу вас учесть, кто сберег свои нервы, тот не спас свою честь. Сиди. Ты же говорил о Париже, вот он рядом. Только развяжи мне руки, через секунду все будет наше. Сейчас я с Серым посоветуюсь. Сволочь. Зря ты поставил на красных. Идет одна черная масть. Игорь! Надеюсь, мой друг и мне кое-что причитается. Но ведь это больше, чем 100 червонцев. Согласен? Согласен. Ну что, француз, пойдешь со мной? Можно. А с этим что будем делать? А если меня товарищи здесь попутают, я его голову на свою поменяю. Как считаешь, цыган, сторгуюсь я с милицией? Ты ведь вроде у товарищей-то в законе. А я тебя, дурака, на себе тащил. А ведь верно. Шухер? Есть кто? Есть. Как адресочек узнал? А адресочек на ухо Воробушек чирикнул. Разговор есть. Что ж, подойди. Что за разговор, Пашенька? Варька послала. А я думаю, куда Серый ушел? Может, в подвалы? А Варька спрашивает, где золото обещанное, деньги. Какая Варька? Что ты путаешь, родной? Не знаю такой. Да? Ну, я так и передам. Ну, я пошел. Садись, Пашенька. Гостем будешь. Куда ж ты пойдешь, дурачок? Кто ж тебя отсюда выпустит?
Бросай оружие! Ты довел, сучонок! Подвал окружен! Сдавайтесь! Прекратите бессмысленное сопротивление! Зря слова тратишь. Мне смысла нет, начальник. Ну, где ты там? Попробуй взять. Все равно не сдамся. Попал кавалерист. Рыбин! Бросай оружие! Ну вот, Игорь поменял свою голову на мою. Выходите! Финита ля комедия, Мишель. Мишка! Рыжий! Подпишите. Разрешите вопрос, господин следователь? Не господин, а гражданин. Пожалуйста. Вы по происхождению дворянин? Предположим, дворянин. Видите ли, парадокс ситуации заключается в том, что предал меня друг детства. Допрашивает, как это говорят большевики, товарищ по классу, и который, заметьте, не хочет, чтобы его называли господином. Не родствуйте, Михаил Николаевич, это вам не идет. Вы, князь Рюмин, просто бандит. Да. Хотел награбить и убежать. Далеко-далеко отсюда. Ненавижу грядущего хама. И если бы моя воля... Знаю. По всему Садовому кольцу на каждом фонарном столбе. Меня расстреляют. Вас будут судить, и вам воздастся только за то, что вы совершили. Увидите. Заходите сюда. Вот, знакомьтесь, мой заместитель Зайцев. Лавров. Очень приятно, Михаил. А скажите, Михаил, кто придумал эту историю с блокнотом? Разоблачение полового идеи товарища Калугина. А мы с Николаем договорились. Как только Пашка у него блокнот стащит, он немедленно уходит. Мастерский ход. А у меня к вам еще один вопрос. Профессиональный. Что вы нюхали? С детства обожаю. Пасха, кулич, ваниль. Ну, а все-таки, что же это такое? Это профессиональная тайна. Мишка, как всегда, темнит. Да. Послушай, Лавров, а орден... За что дали? Это за Севаш. У меня тоже за Севаш.
Москва очень большой город. Хоть аукричи, как в лесу. Нет, мы с Пашенькой поедем в Синеченки. Будем жить тихо, спокойно. Вот моя мать покойница правду говорила. Мир не без добрых людей. А Паша, он очень... А где же Паша? Я без него не поеду. Вы не беспокойтесь, он успеет. Вот видите, два билета. Да вот они. Видишь, успели. Вот и мы. Здравствуй. Здрасте. Ну, здорово, Рыжий. Здорово. А Михаил где? Лавров занят. У него дела. Понимаю. Командировочка образовалась. Угадал. Первого сына Колькиной зови. В честь меня. Ну, спасения нет от этого, Рыжего. Ребята, поезд. Я возьму чемодан. Ой, успеем. Уходит. Осторожно. Паша. Ну? Запомни, на работу тебя устроят, но из ложки никто кормить не будет. Учти, Антонов, все в твоих руках. Учту, начальник. Да чуть не забыл. На углу Пятницкой и Клементовского пацан есть. До свидания. Маленький, черненький такой. Он все еще повторяет, гражданин, товарищ, барин. Подбери его, начальник, подбери!